приветик не спящий и все остальные любители сохранятся. Будем надеяться, что на этот раз оно соизволит мне сохранить все. Тайпену! Ура! А теперь очень громкое вступление. Мои уши! Франспа! Да мать твою! Да, сегодня играем в аниме. А почему бы и нет? У файтингов есть свои приколы. Надеюсь, геймпад... Мерти Братто. Тайтурами. Не разрядится. А можно потише? О, жесть какая. Мерти Братто. Заткнись. Арквайт это как? Прикольно. Так, ну ладно. Настройки дисплея, ну конечно же, шли они лесом. Теперь должно быть нормально. О, вот теперь сохранилось. Теперь ок. Так, настройки сложности 3. А сколько вообще? 5 максимум. Ну, меня 3 пока устроит вполне. О, тут можно что-то кастомазить. Иконка. А, это не хочу. Ну, синглплеер, конечно же. А кем? Я просто тут... Заткнись, пожалуйста. Я просто недавно вспомнил былое, поиграли в магазине в Mortal Kombat 3. Причем не ультимейт, а просто в 3. Было весело. Поэтому надо кого-то взять. Возьмем, наверное, вот ее. Ну, наверное, стори. Давайте нормал. Не хочу легкий режим. Невероятно. Неважно. Маленький городок, пройду здесь пару дней, чтобы выкурить его. Кого? Просто подожди, Роа, я позабочусь обо всем. Ладно, а что происходит? А с кем мы деремся? А кто это? Где сюжет? Я к Mortal Kombat привык. Ну, оно прыгает. Так нечестно. А как здесь бить-то? Мада,
Отмоделся. А что-нибудь поинтереснее? А, почему? Просто она такая громкая. И мне не рассказали управление. Даже сюжет не рассказали. Как в это играть? Как здесь драться? Ладно, я еще сам разобрался в принципе. С натяжечкой. И ладно, еще здесь управление приблизительно как мортаче. Так что... Так что вроде норм. Так. Такая слабая, наверное, ты предатель? Что? Как надоело, это никогда не закончится, просто свали уже. Ты здесь не единственная, кто страдает. Что происходит? Что? Странно, но мне нравится. А можно мне глянуть с этой? О! Оно здесь есть! Так. А у меня нет БЦ. Нет крестик. Ну ладно. Ага. Как интересно, а тут... Столько всего. Вниз? Капец, что? А у меня нет кнопки С! Даже если бы у меня была кнопка С, у меня ее нет. Воу. Кажется, до меня дошло немножко, как здесь работает все в принципе. Что это? Но все равно сильнее, как бы. А что фигня? Ну, честно говоря, я надеялся на сюжет. А его нет. Кто мне даст сюжет? Пока что я просто сбиваю каких-то персонажей и все. Я как бы не против, но... Вот какого хрена у него блок пробивается? Мой. А его блок не пробивается. Фигня какая-то, нечестно. Ты... Заткнись. Все? Ты один из... Твою мать! Я не нажимаю. В общем, это какой-то этот... гибрид. Ладно, следующая монашка. Пофиг уже. Просто крошим. Настоящий анцестр! Надо же! Это было в моем описании работы. А, этого не было в предложении о работе. Агент церкви, я впечатлена, что ты добралась так далеко с твоими способностями. Но ты не будешь для меня помехой. Кто-то, 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 кто
Подожди, ты, наверное, ошиблась, я не такого-то ищешь. И так далее. Убьем ее. Оно прыгает. А? Ты маленькая дрянь. Не, слушай, она мощная. Ну, я ее ногами пробью. Ну, знаете, мне кажется, эта игра довольно простая, потому что... Простая, что я только что сказал. Довольно простая, потому что держать ее в станоке довольно просто. А драться мы почему не это самое? Ты тварь! Ты посмотри на эту скотину! Она уворачивается! Она учится! Ну, бог, я же нажимал! Где кнопка? Ульты! Вот она! Да какого? Я же прожимаю блоки! Мы так проиграем сейчас. Все. Извини, но твои шансы победить были нулевые. Попробуй в следующей жизни. Кохаку. Так, а теперь мы сбиваем не монашек, а уборщиц. Что ж. Почему бы и нет? А мне нравится, мне нравится. Так, слишком много дерьма. А у нее слишком ровные блоки. Она еще и в воздухе меня ловит. Это было близко. Геймпад, прости. Но это было реально близко. Она слишком магическая. Это что было вообще? Иди сюда, тварь! Стой! Я пошутил! Да иди сюда! Какого хрена? Она от меня бегает! О! Каждый противник становится все сложнее и сложнее. Чёртовы ублюдки. Неплохо. Я тут даже немножко напряглась. Самую малость. Продолжим. А, теперь их две. Что ж. Великолепно. А чё не три-то? Давайте сразу три тогда.
А, ну они еще и кидаются всякой херней. Ой, великолепно. А, одна дерется, вторая на поддержке. Побеждать придется все всех. Не-не-не-не, не надо. Я ожидал лучшего. О. Давайте следующую. Ай-яй-яй. О, удалось. Со мной дерется, что ли? Минус вторая. Ну, это было просто. Что, еще хотите? Думаю, я смогу продержаться еще один раунд. Дальше. О. Где-то я ее видел. Ну как же они долго встают? А, все! Она так быстро сдохла! Ну, только разошелся. Ну вот. Разочарование. Не надо, не надо. А вот теперь надо. Это нечестно было немножко. Ну, впрочем, она все равно сдохла, так что. Было довольно просто. Кто следующий? Да, у меня такой же вопрос, кстати. Кто дальше по ростеру? А, последний. Седьмой. Влов. Хоть не плов. Ну и кто ты? У тебя дух священной горы. Сомнений нет, мы наконец-то встретились с принцессой настоящих анцестеров. Древних, по-моему, или что-то такое. А ты кто? Я не помню мертвых апостолов вроде тебя. Ты какой-то новенький, что ли? Плов. Понятно. Мы уже встречались однажды. Я следовал за тобой словно тень через океан. Но здесь оставаться больше нельзя. Я отрежу тебе башку. Но это мы еще посмотрим. Я не переживай, я не оставлю от себя и мокрого места. Обменялись любезностями. Хватит от меня прыгать. Он слишком прыгучий. Ай!
И это все. Стоять. Мне нужен список. Заткнись и лети. Вниз Б, С. А где у меня кнопка С? Диана. Лайер один, наверное. Ау. Ау. Не надо меня засасывать. Я тебе тут не это. Не то. И не туда. Да хорош! Ну вот и все. Жалкий противник. Ты можешь стать древним, но тебе надо с... может быть, ты и древний, но тебе нужно все-таки за манерами своими следить. Наконец-то мы разобрались с этим дерьмом, и теперь можно заходить погулять. Так, в каких ресторанах я еще не была? Придется по-плохому поискать. Это было близко, я почти упала. Странно. У меня вроде не было таких бесполезных функций, вроде спотыкания камней. Похоже, я все еще не восстановился от тех ран, что мне нанес плов. Но что, это странно, мое сердце бьется быстрее, и сейчас начинается горе. Да? Нет? Было бы здорово, если бы Роа принес нам новости, которые нашел. Так. Ага. Сценарий, пушка. Что-то какая-то быстрая игра. Какая-то она маленькая. Это не я. Оно само. 200 CP. Что такое CP? Мне предлагают сыграть за нее. Вернее, ей. Clear rate 0%. В смысле? Я же прошел. Ладно, другой раз. История так и стоит. Кстати! Ну, комплит. А, нужно все пройти. И это тоже пройти надо. Давай прикалывать. Погоди, миссии. Специальные челленджи, комбо. Прикольно. Но, как бы, ладно. Как бы, офиг. Мне, пожалуйста, нормал. Где и как я здесь оказалась? Я помню боли, что-то не очень веселое. Безнадежность. Потеряла контроль. Что-то там уничтожала. Ой. Точно, вспомнила. Я вспомнила, ха-ха. Люди убили самих себя? Теперь я
свободно, как никогда. Думаю, надо возвращаться к работе. Не люблю их разочаровывать. Нам нужно оправдать их ожидания как можно лучше. В конце концов, тот факт, что я превратилась в эту хрень, позволяет мне делать что угодно, да? Наверное. А что ты? Кто ты? Да-да, я помню противников. А, не, под другой ростер? О, юбка неплохая. Хотя предыдущая была лучше. Ладно, что ты можешь? Получать люлей ты можешь. О. Она быстра. Не врали. Мощна баба. Вполне себе. Не, она гораздо быстрее, чем предыдущая. Быстрее, мощнее, убойнее. Давай в одном. Даже в три. И люлей получает так же. Стоять. Так, мунскил. Да нет, у меня кнопки Ц. Что ж такое? Как бить? Как жить? Когда нет кнопки Ц. А, хотя подожди. Где кнопка Ц? Сильная атака. Так понимаю, это Б. То есть у нас слабая атака, средняя и сильная. Окей. Допустим, щит на А. То есть это здесь. А, подожди, Y. Это XY же. Слабая, сильная и... Ну, средняя и сильная. РТ это АБ. Где у меня РТ? РТ. Правый триггер, правильно? А какой из них? У меня их 4. О, нихера себе. А это какой кнопкой? И почему это выключено? Ну ладно. Левый, да? ЛТ. ЛТ, ЛБ это как? Левый бампер. Понятно. Ну ладно, я выяснил, что С это сильная атака. Окей. Допустим, сойдет. Средняя плюс сильная атака. Вперед, средняя, сильная. Ну, допустим. А есть какие-нибудь это? Суперударчики. Люблю драться своими собственными руками. Ну, поздравляю. Да-да. Так, спецатаки. Ну они капец, конечно, тут это что-то перебор какой-то. Три полных гага. Ну это до хрена. Четыре. Есть уникальная. Вниз. Не получается. Почему она говорит пипи? А, дошло.
Ладно, бамперы не работают. По каким-то странным причинам. Мощненько. Но недостаточно мощненько. А, чьи-то пощечину я залепил. Стоять. О. Эй! Да какого хрена он ловит меня в прыжках? Да дайте мне ее поймать-то. Я же ее так убил. О, поймал. Только я поймал ее в блок. Черт, прикольный файтинг. Ем. Продолжаем. Кто следующий? Монашки. Привет, Сиэль. Рада, что ты жива. Потому что все предыдущие создания, с которыми я дралась, были такими мягкими и... сочными? Мне начало становиться скучно. Я смотрю, ты забила на попытки контроля. Мне нравится твое странное чувство контроля. Пытаешься действовать как часть этих палачей. Но выглядишь так, как будто готова намокнуть. Обмочиться. Понятно. Классик. А, пофиг. Ты как дорогая игрушка, которую только что сломали. Вернее, которая будет сломана. Давай поиграем. Не называй меня игрушкой. Да-да, давайте уже драться. Рано. Вот теперь пора ловить тварь. А! Ну ловит почему-то нас она. Оу. Промахнулся. Вот и все. Как-то слишком жалко. Второй раунд. Это грёбаный спринт, я не долетаю на нем. Я же прожал блок. Оказывается, блок, если зажать, он не работает. Прикольно. Уже закончил. Да, быстро она сдалась. О.
Open your magic touch. Fight. Не надо меня засасывать. Мы с тобой дрались, но не здесь. Чертов плов. Ты хорош меня засасывать! Почему у меня такое ощущение, что они вообще не дерутся? Они просто стоят и ждут, пока я их изобью. Где отпор? Ты смотри. Мы оба ждали удара. Пара пощечин. Пара ударов. И вот я его поймал. Это было довольно просто. Слишком просто. Какая трата времени, вот уж правда. Это еще кто? Почему мы деремся с маленькими девочками? Не, я не против, но... Неужели это законно? Это было вообще жалко. Но трек прикольный. Еще раунд. Воу-воу. А девочка-то что-то может? Почему она так часто скачет? Хорош! Заколебала прыгать. А я, она почти инстантно в воздухе живет. Че в блоке? Вот и все. Это было скучно. Согласен. Ну, когда Tower Power, наверное, на любой бой скучный. Хотя и не факт. Какая трата времени. Действительно. Снова. Кто следующий? У нас еще два противника, между прочим. Это кто? Придержите коней. Ты кто? Что ты творишь? Я убиваю. О, она меня поймала. Ай, она тоже так умеет. Так, кто эта маленькая тварь? Она делает вещи. Она меня дважды выхватывала. А я быстрее. Ау.
Ауч. Да ладно, брось, твои магические приколы для меня ничто. Я тоже так умею, смотри. Пощечина чисто. На, убила. Последний противник. Кто же это? Какое разочарование. Что ты здесь делаешь, Ро? Я ожидала Шики. Это он должен был пытаться меня убить. Я ждала этого момента. Искала его. Он должен был быть наградой за все мои дела. Это надо переделать. Просто вали отсюда. Ты тут не нужен. Я тут кто разочаровывает? Вернее, разочарован. С небольшим влиянием на твой мир моя позиция может драматически улучшиться. Что? Это тело будет моим. Да-да, конечно. Похоже, ты стала слишком человечной. Что-то с боссами здесь болтовня какая-то долгая. Ты говоришь, что мои действия заставляют Шики страдать? В таком случае он... Он и должен ее прикончить. В общем, надо разобраться с маленьким ублюдком на моем пути и продолжим. Отстань, отстань. А вот теперь давай развлекаться. Клёво, клёво. Неужели он умеет драться? А я тоже кое-что могу. Вот и все. Довольно просто. Раунд 2. А вот это? А, нечестно. Так, ладно, не зажимать блок. Пора бы уже запомнить. Вот и весь босс. Жалкое зрелище.
Мне кажется, или я играю как-то в эту игру не так. Слишком все просто. Я только начала развлекаться. Действительно. Но не стоит отчаиваться, я... Сбилась со счета тел? Все, что осталось, это проснуться Шики. Поторопись, открой глаза, так что я смогу показать тебе настоящее отчаяние. Медленно и аккуратно. Как виноград. Одну за одной. Странно, похоже на какой-то потусторонний шепот в ухе. Что происходит? Как я здесь оказался? Не фанат высоты. Мне кажется, что не надо лазить по моим рукам. Мне кажется, что меня сейчас стошнит. После всего того, что я прошла, все, что ты можешь сказать после восстановления твоего тела от Ро, это то, что ты боишься высоты, как не очень весело. Сомневаюсь, что ты в курсе, какой позе, позиции, где ты оказался. Возможно, стоит выжать из тебя жизнь прямо сейчас. Хватит раскачивать руку, я сейчас упаду. Я буду говорить это снова и снова. Неважно. С чего бы мне чувствовать себя... Слово забыл. Ну это... Смущенный. Почему слова какого-то человечка должны меня задевать? Уверена, что тебя это не задевает? А по твоему виду не скажешь. Убью тебя сейчас. Заставлю тебя страдать за все, что ты сделал. Можешь винить из-за этого только себе. Почувствуй отчаяние. Думаешь, это все моя вина? Я... Чего? Вот такой сон мне приснился. Разве не прикольно? Какая часть конкретно? В смысле? Тебе не понравилась часть, где я... победила Сель? Или то комбо, которое я сделала против Руа. Мне кажется, это было круто. Да, было похоже на хоррор, на ужастик. Эти выражения на лиц, они пугающие. Не могла я сделать что-нибудь более милое? Почему тебе вообще такой ужасный сон приснился? Для настоящего древнего у меня... сны случаются довольно часто. Я все их помню. Почти. Кстати... быть в курсе, где сон, а где реальность. В общем, проблематично, когда ты находишься во сне. Хотя и не факт.
Разве ты не согласен? Мой любимый убийца вампиров. Кто? Что? А что я играю? Можно дальше? Ага. Кто следующий? Я так полагаю, это... Вот этот парень с заточкой. А за что мне деньги дают? Босс Раш. Как интересно. Угу. А, вот он. Знаете, у меня есть настроение поиграть за кого-нибудь еще. Например, за... Вернее, кем-нибудь. Одно из них, например. Только кем? О, лучше ей. У нее озвучка прикольная, но недоступна. А ну и ладно. Тут галерею открыл. Немножечко. Иллюстрации почему-то закрыты. Все закрыто. Все закрыто. А, мы тратим CP на то, чтобы открыть какую-то хрень. Серьезно? Капец. Ну и давайте потратим. Почему нет? Раз нам дают. Так, играть я собирался кем-то из них. Возьмем эту. А как мне? Тьфу. И купить нельзя. Ну ладно. Тогда я так не играю. Ладненько, прикольная игрушка. Продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.